Всем привет! Сегодня мы опять находимся в Дубае. Я думаю, всем уже надоели эти банальные пляжи, Бурдж-Халифа, какие-то там музеи знаменитые. Поэтому сегодня мы побываем в местах, которые мало кто бывает. Они тоже популярны, но почему-то о них меньше говорят. И сейчас мы находимся в одном из таких мест. Это Green Planet музей. Даже не то, что музей, это по большей степени зоопарк, в котором ты вот настолько близко находишься с попугаями. К сожалению, их трогать нельзя. Я бы его записывал. Это те самые зоопарки, которые мы заслужили. Я думаю, что именно все такие зоопарки должны быть. Животным здесь комфортно. Они живут прям, могут находиться в любой точке этого зоопарка. Вон их гнезда. Знаете, как аду прямо над нами сидит. Или нет, тукан. Туканы живут. Да, туканы. Их, наверное, приручали бы их вот так вот. Вот это лемуры, получается. Правильно? Очень нравится такой тип зоопарка. Здесь животные реально живут. Они не просто существуют, они живут своей жизнью. И он пришел лечь возле водопада, его успокаивает звук водопада, видимо, я не знаю. Тут. Вон те вообще целуются, сидят. Перестали. Thank you.
заново. Я хочу сказать, что вы, если будете в Дубае, обязательно должны посетить этот зоопарк Green Planet. Очень хороший зоопарк. Мне кажется, все зоопарки должны быть такими. То есть здесь животные именно живут, они просто существуют ради просмотра, знаете. Как ты ходишь в обычные зоопарки, смотришь на них и все, а здесь они прям живут своей жизнью. То есть он может подлететь к тебе, взять у тебя что-то или не взять. Или вот так вот они сидят, вот ты просто идешь, а вот он просто сидит туда, говорит. Вот просто сидит, и все. То есть вот это те самые зоопарки, к которым надо стремиться. То есть мы не создаем вокруг атмосферу, а мы для них создаем атмосферу, чтобы они могли жить. Вот прилетела птичка прямо сейчас. Просто так. Это тот случай, когда не мы загоняем их всех в один загон маленький, каждый отдельно. Когда мы создаем огромный и сами загоняемся в этот загон к ним.